Продолжаем зачищать. Мега бесконечная. Ой. It is begun. Ну и что, остановился? I shall do it. As you say. В чем прикол? Ну, не знаю, может, не может. Интересная. Так, там блин один. Не один. Там лучники. Куча лучников. Да. Поэтому мы сделаем вот так. Да, они не будут подходить. Возьмем. Можно было бы создать чувака, ну, призвать какого-нибудь и туда отправить. Не, они тогда бы сагрились бы и... Mm. О, винт прям четко стал. Mm. Так, mm-hmm. Надо вот эту штуку разбомбить сначала. Недоступно. Нет, я вижу, этот что не страдает. Blast. О, все бежит сюда. Стой. Все, вот теперь нужно убивать. Пусть так. Best be wary. Помощники. Ага. Так, как-нибудь нужно аккуратненько выйти. Сохраним. Сохранился. Еще раз сохранюсь. Как-нибудь аккуратненько выйти и... Там одни лукари, да? Mm-hmm. И один маг. Ну да беги сразу к магу. Все. It shall be done. Думаешь так? Видишь, прям сквозь стенку. Армия. Ага. О! Ну, а, прибежал. Делаем вот так. Глуши. Алистер сюда. Ой, нет, подожди. Вот так. И тут одна печенька осталась. Всех сейчас убьем. Ну, воздуха набрал. Так. All right. On it. Very well. Я по ней столько раз стрелами попал, именно с уроном. Все, больше ничего здесь нет. Какие-нибудь двери. Комод. Пошли в комоду.
шкаф интересный. О, замедление. Умельца. Ух ты. Алистеру, наверное, сейчас. Думаешь? Ща. It is begun. Щит магистра, почитай про него. Щит магистра. В тот самый день, когда возложили последний камень Великого Собора в Орле, был убит архонт Веспасиан. Три дня все лорды-магистры империи провели за живой стеной вооруженной стражи. Когда преемник Гадариус был наконец налечен архонтом, первый чародей круга Минратоуса преподнес ему дар, серебристую неукрашенную цепь из чистого лириума. Звенья цепи были заколдованы, так что приношение цепи заменяло собой щит. Все удары, нацеленные на владельца, проходили мимо. Несчастью, от яда цепь не защищала, в чем Гадариус в скорости убедился. Ну, здесь не так часто и травят так-то. А вот то, что... Точно, у нас же было это. Мы же хотели попробовать нанести на клинки яд вовремя. Так, у него плюс 5 к устойчивости к огню, к холоду, к броне есть. А у, по-моему, вот у Зевран... О, Зевран, давай тогда. Он у нас обычно переагривает и... Пусть Зевран. У него вообще ничего нету. Угу. Фига себе, у него защита больше, чем у Алистера. Вообще-то это Зевран. Но. Ну да. Почему? Ну, может, свои еще какие-то обилки. Не знаю. Очень странно. Видишь, шанс уклониться или парировать. Это на ловкость. А, все, я понял, это ловкость. Вот броня. Это я тоже как бы. Этот же не ловкий, ни хрена. Угу. Так, больше здесь ничего нет. Ладно, Алистер, ты знаешь, что делать. О. Здесь это последняя комната. Ну да, это тупик. Но там, правда, есть карта, да. Выход. Ну ладно. Так стоят в двери. I know not how you've survived thus far. Is it luck or providence? No matter. You will not survive this! Так, аура излечения, маг крови, предводитель, наемник, капитан наемника. Ну, естественно, мы все бежим, короче, наяривать хотя бы одного мага. Чувак только замахнулся и улетел. Угу. Блин, Зевран просто прилетела, видишь, как сразу быстро. Угу. Ладно. Попробуем немножко по-другому. Что если убежать пока? Пусть так. Бежим сюда. Зевран спрятался или не успел? Давай мы их... Так, сначала его хильнем немножко. А, понятно, не видит. Ну,
По-моему, всем придется немножко покушать. Не знаю, для чего ты их хранишь, как бы, я их не храню. Я их не храню. Специально прям, как ты говоришь. No. Делаем вот так. No mercy. Алистер сейчас отъедет. Ну да, он уже хилится. Хильнуть его нечем. Ну, воскреснет. Аптечку на него повесит. Давай, Завран, наяривай, хотя бы так. О, убили одного мага, это хорошо. Very well. Чего? Да не могу. О, есть, убили мага. Yeah.
Фух, так, задание выполнено. Последняя просьба. Ты одолел вожака мага в крови. Если бы сэр Фриден не умер, он наверняка был бы тебе благодарен. О, у нее сколько всего активировано у Вин. Эта штука. As you say. Корона от электричества. У нас никто электричество, по-моему, не дерется, да? Mm-hmm. Ну, кроме этой. Морриган. Сохранюсь. Там был? А, да. Да, там был. Это выход. Да, угу. Нельзя склянки взять. Хотя так. Это кровь. А где тогда здесь? Мы нашли здесь. Я все двери пооткрывал. Вот какой интересный спальный ключ. Наверное, вот это получается, скорее всего. Ну, вряд ли. Ну, не знаю, да, наверное, может быть. Попробуй. Нет. Нам возвращаться на рынок тогда. Тут был, да? Да, я по всем уже прошел тогда на рынок. Да, идем к Женти. Сейчас я тебе сдадим квесты. Угу. Че? Дерьмовый дом. В котором мы 2 часа сидели. Да он прям жесткий, если честно. Нет. Даже, наверное, сделаем лучше вот так. Так, идем к доске. Там много чего сдавать надо. Those suffering from ailments both great and small, his heart was strong, and he moved on. 4. Наградил тебя за уничтожение бандитов в закоулках. Тростагар, секстант, о, пойдем к дворянину теперь. Сначала еще подойдем к этому, к связному магов. Скинь труп заодно. Ты же подобрал труп. А, да, точно, да. Все. A little something extra. For friendship. А рот двигать. Так, вы поместили все 4 дома. Ага, пометили, точнее. За пометки дали. Такие эти храмовники стоят, я такой. Угу. С трупами. Да, труп из кармана достаешь. Так, брось мешок. Еще один, по-моему, должен быть. Разве? Ты только один подобрал в этом жемчужине. А. Тебе третий еще надо найти. Тверь тебе в покусанного дворянина. Верно. Мне еще к клоуну подойти нужно.
За то, что я этих уломал. Good to see you back. Еще помощь. I've got complaints in the Nord Noble Tavern that some mercenaries have invaded. Nothing violent has happened. The sellswords are probably just disturbing the nobles' rarefied conversation. Just drum the louts out of there. The barkeep doesn't mind some blood, or sport, as she called it. Captain said Denerim won't miss a few dead mercenaries. Do what you will, and good luck. Так. Можно я там их побью, убью, не буду уговаривать, или? Ну, он же тебе не сказал их уговаривать, знаешь, наверное, можешь просто убить. Он тебе сказал их, типа, ну, смири. Как? Неважно. Убивай. Эти весла даже там остались, по-моему, эти весла будут. Скорее всего. Которые... Которые там выебывались. Тогда первым пусть у нас идет. Всегда все равно этот. Вон они. Вот они. Надо всем зайти. Надо с ним поговорить. Да, я просто, чтобы так встать. What are you looking at? We're the Crimson Ores. Оборзел он совсем. Все, подожди. Может, кровавое весло спросить? Угу. Поражать над названием? You haven't heard of us. We're mercenaries from all over the world. We have won many battles, and tonight we drink before the next. Ну-ка, есть что-нибудь унизить? А что хочешь, ты чай? Ну, или убедить. Да три давай. They glare at my patrons. They're loud. They're rude. And they smell. Два. I want them out. If they resist, force the barbarians out. The patrons don't mind a little sport of it. Ну, можно четыре. Если хочешь их побить, то четыре. Если хочешь убедить миром, то три. Если их побьешь, за них опыт получу? Ну, по идее, да, за, ну, за трупов. Ну, а вдруг вин... Ну, попробуй лучше убедить. We happen to like the ale better here, the wine too. Less vomit on the floor. So long as we're paying, they're serving! Второе. Давай. Ха-ха! You may have a point. Bar woman, you and your women are too old and shriveled. Too many damn clothes, right, boys? Ха-ха-ха! Oars, we go to the docks. Let's find us some winches! Так, доложи об этом Килоуну. Ты что-то хотел сделать? А здесь связной, у него же там тоже... Make us blessings upon you, Warden. Туда, к этому, на И звали. Чуваку, которого там Завран что-то говорил. Да-да-да, сюда. Вот сюда. Ну, давай. Ignacio. A little bird told me one of Logan's friends had an accident. Terribly unfortunate. You might want to look in the chest behind me. There might be something of interest. Ну-ка, чё там? Ещё два контракта. Здание обновлено. Так. И какую интересную награду я получил за Педана? Да, наверное, опыт и все. Так. Наверное. Так. Отправиться в лес к югу от Денерима и разыскать отряд наемников Кунари. И... Ну, это в Арзамар. Ну, это потом. В Арзамаре, да. Ну что, тогда к Женитиве тогда сейчас идем. Да.
Домой к Женитиве. Перед тем, как нас послать к Женитиве, все таки: «О, ну ты давай там побыстрее только». Это как в Mass Effect тоже. «Шепард, спаси вселенную». Ага, хорошо, сейчас я только погуляю, по всех там потрахаю, там, короче, спасу там еще каких-то левых чуваков, там где-то пошляюсь, там еще что-то. Жницы, ну, таки подождем тебя. У нас вечеринка. В третьей части, да, вечеринка была? Да, цитадель. Да. Дополнение. Тусе. Так, не могу сразу из города. Да. Так, это как раз квестовый. Вообще-то тебе надо к... Да, к Женитиве. Женитиве у нас вот здесь. Ну, подожди, открой карту еще раз. Глобально, это что такое? А, Келоуну нужно сходить. Весла. Угу. А открой еще раз глобальную карту мира. Это что? Это у нас появился это контракт. А. То есть один сюда, другой в Розамар. Ну, хочешь, сюда сходим. Ну, перед Джинити. Давай. Сейчас только Келоуну сходим. Может, сначала в этот? В убежище? Mind you, she's disappointed there was no fighting. Here's payment. You've helped out a great deal. Нормально, три. Выполнено. В этот, в... Короче... Куда? Ну, в шалаш свой. А, все, да, да, я тебя понял. А где у нас еще один труп? Ну, скорее всего, либо в Эльфинаже, либо... А, точно, ну, там да. Же еще у тебя по карте, видишь, сколько мест открытых. Либо в дворце, не знаю, не помню. Ну. Это почему-то именно, когда из города сразу вот так выходишь. Да. Ну-ка, есть где баги? Вроде нет. Подойди к... К Заврану. Here I am. Ничего интересного не... Давай мы им что-нибудь подарим. Опять открой. Открой. Давай, давай тогда, знаешь, как сделаем? Да, я загружусь. В смысле, я загружусь? Я хочу не из города сразу туда попробовать, а, допустим, сначала... А, нет, уже лагает. Ладно. Открой инвентарь. Давай подарим подарки. Там для Вин была книга. Кстати, колечко можно просто. Ну... Ну все равно у нас кто-то без колец ходит. Вообще-то Заврам тоже без колец, ну ладно. А у него, кстати, с электричеством, да, по-моему? Ваш пет. Да. Угу. Да. Ну ладно. Пусть 10% от единицы. Ага. Книга-то. Была «Роза Орлея», по-моему. Или мы ее уже подарили. Слышь. Ага, походу подарили. Подарили. Давай тогда Виту открой, как ее, Морриган. Подарим ей браслет. Или кольцо. Давай браслет ей. Interesting. Охуевшая. А кольцо? А, стальные наручи? Нет, значит, походу, стальные наручи. А, там был, блин, какой там был браслет? Железный? Вроде бы. Блин, нет, это не для неё. Вот серебряное кольцо ей. Interesting. Нет, странно, ладно. Ну и пошла нахуй. Открой Алистера. Подари ему... Ну, проверни наверх. Вот, наведи. А камень ему подари, рунический. Is that for me? Uh-huh. Really? Really? Oh, I'm... Wow! Чё она там ему делает? Дарит рунический камень. Я понял. Может, стальные наручи ему подарить? Стальные наручи?
Нет, это не для него стрельни наручи. Это, наверное, Стэну. Может быть. Попробуй Стэну подари. Может, хоть чуть-чуть, блин... Порадуется. Я просто реально не знаю, не помню, что ему дарить. Unexpected. А, ладно. Каменная статуэтка. Ну-ка, подожди, у тебя был золотой слиток. Ну-ка, наверх, наверх. Вот. Попробуй его Заврану подарить. I shall treasure it. Thank you. Плюс 10. Ей. Плюс 13. Так, нейтрально. Тепло. Тепло. Алистер. Вы про Лиану забыли. Может, ей эту милость Андраста подарить или... Да не. Интерес. Милость Андраст. Попробуй Лиане и милость Андраст отдать. Flowers? Это же ее. They smell lovely. А если бы подарил бы другому то, что было? Он бы сказал, он либо бы отказался, либо бы сказал, что ты мне подарил. She would sprinkle the dry petals amongst her clothes. Oh, they smell just like her. Thank you so much. Как сразу все одобрили. Смотри, Морриган на плюс 1, Заврана на плюс 10, Лилиана плюс 15, Алистер плюс 8. Ну это то, что я им надавал просто. А, точно. Ну Лилиана плюс 15. Полученный навык. Кодекс обновлен. Ладно, кодекс, наверное, лилианский обновлен. Да. Да. Внизу. Лилиана хранит теплую память о Лотерингском монастыре, приютившем ее, и трепетно относится к символам благословения Андраста. Вот, если увидишь что-то с Андраста, значит, Лилиане. Так, сохрани. Вроде всем все раздарили. Потом Огрин появится, и мы будем бухлишко скидывать. Так, ну тогда двигаемся дальше. Ну да, пойдем. Сейчас на... А, здесь же все вылечиваются, если я... Да, да, все вылечиваются. Ну, то есть не надо аптечки тратить. Иди, можешь продать Бодану что-нибудь. Может, купить у него припарки какие-нибудь. Которых у него, как обычно, не появится. Странно. У меня всегда все было. Вы и ваши друзья – formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased. Ничего, есть что-нибудь? Нерушимый, ну-ка. Несокрушимый голубь. За ноль. Несокрушимый голубь? Интересно, для кого это? Фиг знает. Ну, пока не надо, он у него тут останется. Ну, обычные подарки все. Пояс верности, блин. Меч бабочки. За ноль. А что за ноль-то? Почему за ноль? Это потому что подарки. О, песнь света можно подарить. Орлесянская маска. Отвратительные сапоги. Ну-ка. Собачьи. Даже не знаю, кому эти подарки дарить. Ой, гениально. Собаки знаю, только конус можно. А почему они за ноль? Почему бесплатно именно? Ну, я не знаю, почему. Без понятия. Их раньше не было. Ну давай я их сразу сейчас раз... Не надо, ладно, не потом. Надо. Давай не будешь. Потому что, может, это этим, как их там... Ну, короче, этим Ultimate Edition, блин. У тебя, видишь, там всякие праздничные подарки, DLC твои. Ну, ладно. Ну-ка, ожерелье покажу. Угу. Руна эксперта. Замедление. Ну-ка, на молнии какие есть руны? Выше. Выше. Вот, руна эксперта молния. Плюс 5. Можно за Врауну купить. А, у тебя 17. Чуть попозже сейчас пока. Чуть попозже. Ну, ничего никогда не купишь. А вдруг будет какая-нибудь пуха, блин, с двумя ячейками? Не будет. Ну, только на набор кровавого дракона можно будет денег потратить. 38 силы надо. Ну, блин, докачается до 38 силы, тогда и потратимся. Ну тут ничего не купить. Говно одно. Нет у него этих. Угу. Ну и ладно. Продай ему все, что у тебя там всякое говно есть. Так. Я думаю тебе... Что такое? Ну это 9. Шанс крита.
И урон от огня. Можно же в одну руку этому дать Заврану. Заврану, да. А, он 27 сил, у Заврана не 27 сил. А у Алистера, у него, по-моему, там у что-то Алистера получше. У лучше вообще-то. Угу. Хотя... Не, против порождений нормально. Пойдешь в Розамар, там одни порождения будут. Плюс 20 к устойчивости к огню. Тебя мало кто будет огнем бить. Я бы лучше против порождения ставила. Ладно, продаю тогда. Продавай. Что за топор? Через два катайки. Продать. Я не знаю, как хочешь. Да не, он не нужен все равно. Давай. Тоже не нужен. Посмотри, устану, что он двуручный. Ну, стену на 5. Хотя стену никогда не будем брать с собой, поэтому можешь продать. Арбалет тоже не нужен. Тоже не нужно. Я бы тебе советовал вот этим пользоваться бы. Да. Просто смысл копить. Игра закончится, понимаешь? Мы поиграли всего лишь только в треть. Ну, не, на самом деле уже где-то примерно половина, процентов 45 игры прошло. Просто как бы вот ты сейчас в доме гонял, мог бы ими попользоваться. Когда тебе ты страдал, ныл, что тебе сложно. Тут откроешь мотки. Ну, продавай. Это же никому не надо. Никому не надо. Это тоже разве никому не надо? Но он пластинчатый, типа для этих, может быть, для ловкачей. Но нужно силу качать. А чешуйчатый? В чем разница между ними? В названии. И все, а так они одинаковые абсолютно. Угу. Че, продавать их или? Продавай. Ну, не знаю, можешь себе качнуть силу и надеть, хотя пиздить меньше будут. Можешь Заврану силу качнуть немножечко, там, посмотри, сколько у Заврана силы, надеть на него нормальный доспех. У него 19. Ну вот, смотри, 3 очка, и у него 22 силы, он наденет нормальные шмотки. А у меня? Ну, тебе еще далеко. Угу. Да не шибко надо. Ну, тебе, да, как бы ты-то издалека бьешь, а Завран бы надо. Ну, оставь шмотки для Заврана. Можешь Вин качнуть силу, и она будет в железном доспехе гонять. Ну, смотри. 271 челик убит. Угу. Угу. Ну, Заврам только пришел. Ну да. Ну да. Ноль. Заврам травм. А, вклад суммарный урон отряда. Ну-ка, Вин, покажи. А, ну это в урон. Урон нанесенный соратником, ну-ка. Процент попаданий, блядь, меньше всех. Косой. Денег потрачено. Нанесенный урон. Мир исследован на 31%. Ладно, пошли. Угу. Пошли туда, короче, сохранить. А потом пойдем наконец-то в Денрим, отдадим квест и найдем Джентия. Мы
квест не отдадим, потому что... А, ты же еще в Розамар, да? Да, ну в Розамар. Ну мы пока можем сходить сюда. Давай просто сходим. Как бы ничего не потеряем, наверное. Ничего не... А, сундук какой-то. Вот он, челики. Блин. Ты что думал? А кто, они собрались? Да, они. Да, они. It is begun. При них... А, вот бегут. Бегут, бегут. Так, Алистер. На тебя бафчик. Этот Венвиз. Так, кто у нас здесь есть? Шлупень всякая. Алистер, давай вот эту штуку. Может, двинете заново начнем вторую? Зачем? Не знаю. Ты, наверное, уже все забыл, о чем там. Да? Нет. Ну давай, рассказывай, о чем там было. А ты помнишь? Я-то все помню. Я же ее как бы, ну, два раза прохожу. Вторую часть? Ну, мы с тобой играем, и я еще свою игру играю, которую я там прошла 100 километров от нас. Мне нужно сесть просто. Последнее, что... Ты сидишь, давай, рассказывай. Нет, за игру нужно сесть. Ну, что? И вспомнить. В смысле? Так я тоже могу прочитать все квесты и вспомнить. Ну, и в чем проблема-то тогда? Нет, ну, просто ты ничего не помнишь. Ну, наверное, потому что нужно вспомнить, сколько времени тоже прошло. Ну, видишь, ты ничего не помнишь, поэтому мы с тобой должны заново начать. Нет. Да. Почему ты не хочешь заново начать? Потому что зачем? Ну, блин, зачем? Просто ты хочешь заново начать? Просто скажи. Нет. Ух ты, красиво. Крови. Там лукари какие-то прибежали. Ну-ка, приблизь. Это кунари. Угу, крупные все, без рогов. Ну да, почему-то здесь вообще все это, кунари, короче, это без рогов. Клоны Стена. Ага. Вообще все. Ну, этот нормально выглядит, хотя бы в отличие от этого Стена сраного. Ой. Неморгающий взгляд. Так... Да. Моя стрела ему прям в черепушку. Да. Че? Че это такое? Небритая промежность, что ли? Я поняла тебя. Зачем ты заглядываешь под юбки мужиков? Я не собирался. Ну-ну, играешь ты, а не я. Да, я не ожидала от тебя такого конечного поворота. Так, все, убит, не убит. Что на нем интересно кастовано вот это вот? Это какая-то слабость, что ли, по-моему. Вот
вот эта штука. Ну, вот это вот, типа, то, что окружает его, да? Все атаки против помеченной цели наносят дополнительный урон. Да, это помеченная цель. Понятно. Ну-ка, давай-ка мы сюда. О, ну, блин. Подойти. Придется сделать так. Ну, еще один наемник такой прибежал. Тебе всех надо убить. Убью. Ну, убивай. Мне так не видно. Да господи. Так я смотрю, снежинка. Не снежинка, а этот. Одуванчик. Одуванчик, да. Блин, да что ж такое? Забрал, ну сколько можно? Надо на него нормальный доспех видеть. Вот он в говнюк, в принципе, стандартный бегает. Так, Завран, походу, будет просто бегать сейчас. Как
Да уж. Все, пусть бежит сюда. I shall do so. We must have victory. I will fight if I must. Дым, застань ты их, прибеги к Вин, пусть она их застанет. Нормально все. Задание обновлено. Так, нашла и истребила наемников Каданфе. Пора потребовать заслуженную награду. О, как она быстро бегает. Может, просто платье разрезать нужно, тогда будет быстрее. Вон он, смотри, как носится. Нормально такая прямая. Шестрый курон, мне кажется, это получше, чем твой дерьмовый. This won't take long. Он, короче, урона меньше, но зато всякие плюхи больше. Ну, дистанция меньше, пробивание брони. Он короткий, он, по идее, должен быть быстрее, в теории. Ну, шанс на крит. Ну, не знаю, тут что-нибудь. Плюс 3 к урону, то есть у него получается, смотри, здесь урон 7,8, здесь урон 6,5, ну, плюс 3, получается 9,5. Ну, хочешь, возьми. Возьму. Посмотрим. Все, больше здесь ничего нету. Летают в воздухе пакеты, мешки. Просто без тени. Все, идем обратно в данный рим. Прикинь, на этом участке, блин, бой. Что такое, ножка там? Мерзость какая-то. О, одержимый, смотри. Один-единственный. Ну, попробуй его, отпинай. С тем, что было до... Yes. Потом Зевран выдает. Видишь?
Здесь просто хорошо держал его на себе этот. Гамайдер. Алистер его хорошо. Кольцо Филдспара. Короче, просто, наверное. Ну, возьми, но оставь на всякий случай. Дневник Реннельда. Дневник мага учителя в конце описывается неудачным преследованием его сбившегося с пути ученика. О, задание обновлено. Вы нашли тело Реннельда, а также одержимого, который убил его. Дневник Реннельда рассказывает о последних днях его жизни. Вернитесь к сообществу за наградой. О. Ну, так в Донериме можно будет подойти. Больше ничего нету, нету. Все, идем к сообществу магов. The Mages Collective thanks you. Make us smile upon you. Так, все, ты вернулся в сообщество магов с вестью о смерти Реннельда. Пойдем теперь сходим, отдадим в таверну за этих кунари, потому что там написано вернуться, получить надо. О, у меня для тебя что-то есть. The Market District is a whole sight better because of what you've done for us. I know this may not be much, but it's an extra thanks. A lot of folks swallow whatever lies are fed to them, but us believers will try and spread word about you and the wardens. Thanks. О, просто мимо пробегал, бабла получил. Ну да, вот такой вот другой. Ну не просто мимо пробегал, он просто тебе сказал, что типа ты там поработал в квартале. Спасибо. Честно, не могу все никак. Ну-ка, скажи. Но он тебе ничего не скажет. Find everything you need. Payment? Oh, just make sure you drop by from time to time. Now, if you'll excuse me. It is begun. Стишок. Фу. Блин, два шанса крита. А у Зеврана какие? Ну, возьми, смотри, что у Зеврана. Может, их и Зеврана? Ну, то есть не может, а только ему они как бы... И нормально будут. Да, больше никому. Просто если у него вроде, ну, у него вот эти лучше. Пусть броню наполовинку меньше, но... Ага, и пусть он еще больше сдыхает. Ну ладно, мы ему силу качнем и наденем шмотку. Пока пусть вот. Штраф к ловкости ему надо снять. Сейчас вылечим. Так, Алистер. Почему у него, кстати, пропал этот? Шлемофон другой нужен. Да, нужен шлем, чтобы был бонус за комплект. Так, кстати, тяжеловатый доспех можно продать уже. Что-то я. Ты потом продашь. У тебя и так места много еще в карманах. Так, может кто-то без перчаток ходит? Нет. О! Можешь дворанские забрать. Да. Поносил, отдал тебе. О, бонус за комплект ушел. А сколько он дает бонус за комплект? Ну-ка еще раз. 82. 81. Один всего лишь. Пфф. Ой, уж лучше оставь, ну, как бы, вот так. У меня даже броня не меняется.
Не, 0,5 вынос, утомляемости. Ладно, пусть хоть за комплект будет. Все же больше. 0,5. Это не 0,5, это 1,05. 0,05, да. 5 сотых. Так что это вообще, блядь, микромизер, который ты не увидишь. Потом лучше тебе было надеть. Наконец-то так же не тебе. Угу. Ну-ка. Сейчас только сохранимся. В том-то и дело, что... Ну да, я говорю, сейчас сохранимся только.